Всем привет, спасибо большое, что пришли. Меня зовут Антон, и да, я сегодня расскажу о том, как мы работали над стабильностью нашей реализации Lua. Совсем коротко, компания Appian Web занимается разработкой технологических решений в сфере онлайн-рекламы. И Lua мы используем уже больше 10 лет для разработки бизнес-логики наших проектов. И в 2015 году мы форкнули LuaJIT. Долгое время мы использовали LuaJIT для того, чтобы запускать наш Lua-код. В 2015 году мы форкнули эту реализацию и сделали свою. И, пользуясь случаем, могу сказать, что буквально недавно мы получили от руководства одобрение на то, чтобы опубликовать эту реализацию, наш форк LuaJIT в open source. Да, спасибо большое. Нет никакого коммитмента по срокам, но так или иначе эту деятельность мы начнем, и надеюсь, что в следующем году что-нибудь сообществу покажем. И сегодня я хотел бы поговорить о том, как мы тестируем, стабилизируем эту самую нашу реализацию. Вот ядро нашего технологического стека, оно выглядит таким образом. Да? У нас есть вот сервер приложений, написанный на C++, который ответственен за сеть, за прием и обработку и отдачу реквестов. В него встраивается Lua-машина, изначально это был LuaJIT, теперь это наша реализация, которая, в свою очередь, исполняет бизнес-логику каждого проекта, которых у нас есть несколько десятков. И вот в этой матрешечке нас главным образом будет интересовать средний вот этот вот прямоугольничек, который, в свою очередь, тоже имеет какую-то нетривиальную структуру. Да? У нас там есть фронтенд, который берет Lua-код, преобразует его в байт-код виртуальной машины. Есть рантайм, который реализует систему типов. Есть, собственно говоря, интерпретатор байт-кода, который исполняет ваш код. JIT-компилятор, который во время работы Lua-кода пытается его с JIT скомпилировать, таким образом какой-то производительности добавить. Да? Ну, есть какие-то прочие компоненты. То есть внутри это все устроено довольно сложным образом, и, очевидно, там есть что потестировать и постабилизировать. Все это, будучи собранным вместе, работает под довольно высокими нагрузками. Да? Самый нагруженный проект у нас в пике обрабатывает до 6 миллионов запросов в секунду. И время обработки запроса очень жестко лимитировано. Это такой в мире РТБ, в мире торговли рекламой в реальном времени, это некий индустриальный стандарт. 100-120 миллисекунд, включая все возможные сетевые задержки, вот должно пройти от того момента, как кто-то примет запрос о том, что требуется показать рекламу, до уже, собственно, факта показа этой рекламы. И, конечно, производительность, безусловно, важна. Но кому нужен быстрый продукт, который либо некорректен, либо работает нестабильно? Очевидно, никому. Соответственно, сейчас я расскажу, как мы тестируем нашу реализацию. Не вдаваясь в какие-то тонкости теории тестирования, да, скажу, что речь пойдет о разных видах тестирования, о юнит-тестировании, о тестах, которые берут какие-то отдельные модули вашей платформы, вашего продукта и тестируют их, о функциональном тестировании, о том, когда мы берем уже всю нашу собранную платформу, всю нашу реализацию Lua целиком и проверяем, собственно говоря, может она корректно исполнять Lua-код или нет, и интеграционное тестирование, когда мы наш продукт встраиваем в наш сервер приложений, корректно ли они взаимодействуют, все ли работает так, как надо. Вообще, когда мы говорим о том, вот так, как надо, да, это… Вот у нас есть язык Lua, есть реализация языка. И, собственно говоря, что мы в первую очередь тестируем? Да, какова цель применения всех этих разных видов тестирования? Да, нам нужно ответить на вопрос. Вот то, что мы написали, это вообще говоря Lua, эта реализация действительно реализует тот язык, который описан в некотором стандартном документе. И вот здесь у Lua, вот в экосистеме Lua уже начинаются такие проблемы, которые связаны вот с чем. Вот смотрите, у нас есть, например, язык C или язык C++. Есть комитеты,
по стандартизации, которые выпускают стандарты, где четко прописано, языком является то-то, то-то, а кроме того определены такие вот синие, серые зоны и границы. Да, вот здесь мы какой-то аспект даем на откуп имплементации, здесь мы вводим понятие как undefined behavior, да, и прочее, прочее. Собственно, для того, чтобы тем, кто делает, например, компилятор языка C, было понятно, где язык, а где уже детали реализации. Для Lua есть документ, который называется Language Reference Manual. Короткий, понятный, довольно суховатый, но это скорее не баг, а фича. Но, к сожалению, написанный в такой манере, да, что непонятно, что понятие язык Lua и реализация Lua не различаются. И это, на самом деле, довольно большая проблема, потому что вот мы сделали свою реализацию, да, хотим ее поставить как drop-in replacement чего-то существующего. А строгих формальных каких-то сертификационных гарантий, что это тоже Lua, ну, вообще-то нет. Потому что Language Reference Manual так написан, и, соответственно, тестов официальных, Language Compliance тестов в языке, в экосистеме, к сожалению, тоже нет. На сайте разработчиков языка Lua.org есть раздел «Tests», но сами авторы подчеркивают, что то, что там лежит, это тесты на их конкретную реализацию, которую сами ребята, сами создатели языка из университета в Рио-де-Жанейро, да, вот поставляют, когда выходит новая версия языка. К счастью, в последнее время в сообществе начались какие-то подвижки в эту сторону, и буквально в конце, если не ошибаюсь, 31 октября 2018 года был анонсирован проект, который называется Lua Harness. Изначально это некий набор тестов в составе другого проекта Lua Test More, и это, собственно говоря, compliance-тесты, написанные независимо от реализации настолько, насколько это возможно, и написанные строго на основе Language Reference Manual. И как бы вот, пусть неофициально, пусть какой-то third-party тестовая сюита, но она появилась. Но, как я уже сказал, это произошло буквально неделю назад. Да, мы свою реализацию начали в 2015 году. Мы завели себе language compliance testing для бедных. Есть как минимум две наиболее популярные реализации Lua. Это, собственно, реализация Lua от создателя языка Pucrio Lua и, собственно, LuaJIT. Для них в интернете есть тесты на эти конкретные реализации, написанные, собственно говоря, авторами этих реализаций. Кроме того, в том проекте Lua Test More, который я упоминал только что, тоже была, когда мы начинали с ним работать, была какая-то вот тестовая сюита, предоставлявшая compliance-тесты, и в проекте MAD, который развивается усилиями ЦЕРНа, тоже есть какой-то значительный кусок compliance-тестов. Вот мы это все дело собрали в одну такую мета-сюиту, положили к себе в кодовую базу, прикрутили, к счастью, поймали какие-то баги, прежде чем они ушли в прод, действительно поймали какие-то баги. И вот оно у нас сейчас живет, дает нам такой вот language compliance в отсутствии какой-то официальной сертификации. Это некоторое решение нашей проблемы. Да? Почему это решение для такой полноценной стабилизации, да, скажем так, хорошее, но не полное? Потому что, очевидно, с того момента, как мы форкнули LuaJIT и начали работать над нашей кодовой базой, мы поддерживаем, фиксим баги, добавляем какие-то новые фичи. Поэтому, очевидно, помимо этого, по тех тестов, которые у нас есть, нужно писать что-то свое. Из собственных тестов у нас имеются юнит-тесты, они написаны на C с использованием библиотеки CMOOC, и функциональные тесты, написанные частично на C, частично на Lua. Вот, собственно говоря, сейчас об этих категориях тестов мы поговорим чуть подробнее. Юнит-тесты, да, в чем сложность, состоит главная сложность юнит-тестирования, когда мы тестируем такую довольно сложную махину, да, которая включает в себя интерпретатор байткода, JIT-компилятор, рантайм, garbage collector. Вот у нас есть некий симпатичный интерфейс. Да, это вот один из интерфейсов того компонента, который реализует единственную луашную структуру данных — таблицу. Вот что-то, что создает таблицу с какими-то параметрами. Да? Давайте возьмем этот интерфейс, попробуем написать на него юнит-тест. Сложность заключается в том, что многие интерфейсы в платформе в силу объективных причин пронизаны зависимостями и зависят от всяческих состояний. Например, в данном случае, да, для того, чтобы создать таблицу, нам нужно под нее выделить память, и вот как бы
Для этого нужно уйти в глубины платформы, да, и вот мы получаем зависимость на стейт, которая, в свою очередь, зависит от аллокатора и прочее, и прочее. И вот такие сложные зависимости, да, они вообще сами по себе не очень хорошо бьются с идеей юнит-тестирования, как тестирования хорошо изолированных отдельных модулей. Тем не менее, какие-то части платформы юнит-тестированию поддаются очень хорошо. Во-первых, что это такое? Это CAPI, да, это тот API, который Lua как язык обязуется вам предоставить для того, чтобы встраивать Lua в какие-то внешние системы, написанные на C и на C++. Соответственно, вот эти интерфейсы юнит-тестируются довольно хорошо. Всякие вспомогательные внутренние интерфейсы платформы, которые являются, ну, как всякие вспомогательные функции, не знаю, там реализация, своя реализация функции StrScan, например, да, в качестве такого примера, тоже можно покрыть юнит-тестами, и все будет работать, и все будет выглядеть хорошо, да, не нужно будет ничего мокать, какие-то зависимости придумать, бороться с зависимостями и прочее. Даже некоторые части JIT-компилятора тоже можно хорошо покрыть юнит-тестами. Да? В частности, такой компонент, как эмиттер динамического кода. Что это такое? Да? Вот когда у вас во время рантайма, да, у вас работает ваша система, JIT-компилятор в какой-то момент включается, решает погенерировать динамический код. И, собственно говоря, эмиттер — это то, что берет и записывает какие-то байтики, да, которые являются, по сути, инструкциями машинного кода, складываются в какой-то буфер памяти. И на первый взгляд кажется, да, что вот есть тоже какая-то зависимость от некого состояния, от состояния ассемблера виртуальной машины, ассемблера JIT-компилятора. Но на самом деле это не очень большая проблема. Подобные именно в этой части платформы интерфейсы можно успешно перерефакторить и вместо там, зависимости на state добавить просто зависимость на тот буфер, в который мы динамически пишем наши машинные инструкции, после чего, избавившись от состояния, мы можем написать хорошие, легко поддерживаемые, легко расширяемые юнит-тесты. Очень хорошо. Хотя, казалось бы, да, JIT-компилятор такая вот сложная штука, но нет, при достаточной степени изоляции, в достаточной степени взгляда, да, можно найти какие-то компоненты, которые тоже хорошо изолируются и юнит-тестируются. Функциональные тесты. Значит, часть функциональных тестов, как я уже упомянул, мы пишем на C, и это, собственно говоря, те случаи, когда нам не хватает Lua, когда нам по какой-либо причине нужно работать с памятью, да, или когда нам нужно нашу платформу перевести в заданное состояние. Да, то есть вот у нас работает наша Lua-машина, да, и по-хорошему, по большому счету, мы не знаем, когда произойдет сборка мусора. Но представим, что нам нужно написать какой-то тест, который бы эмулировал ситуацию, когда машина находится в одном состоянии, garbage collector строго в другом, JIT-компилятор в третьем, и вот это все должно сойтись, и тогда что-то. Вот в этом случае, конечно, тесты на Lua писать не получается, не очень эффективно. Да? И вот этот механизм написания функциональных тестов на C, он довольно мощный, да, но, скажем так, много таких тестов не напишешь, да, это вот нечто такое, что нужно для особых случаев. В то время как тесты на Lua, взять какой-нибудь кусочек, какой-нибудь файлик, написать там какой-то Lua-код, добавить ассертов туда, заставить код выполнять какую-то полезную работу, ну, запускай, пожалуйста, тестируй, процесс не упал, все хорошо, значит, вроде как все работает так, как надо. И это закрывает какие-то часть проблем, но на самом деле только такого тестирования, да, тоже оказывается недостаточно, и вот почему. Почему недостаточно вот только таких вот тестов на Lua? Вот пример из нашего баг-трекера, да, приходит разработчик и, значит, сабмитит на вот такой баг. Он говорит, и смысл вот в чем. Я, говорит, занимался, смотрел на оптимизацию JIT-компилятора, и вот оказалось, что одна оптимизация, которая отвечает за то, что в горячих, часто исполняемых циклах аллоцирование временных объектов, да, оно не производится как бы, вот, по
оно производится, скажем так, оно по возможности элиминируется и происходит только тогда, когда оно действительно необходимо. Так вот, есть некоторая оптимизация, которая оказалась сломана, пишет нам разработчик. И заодно задается вопросом, нужно же посмотреть, почему при этом работают тесты, да? А тесты в данном случае эту оптимизацию покрывали тесты из тестовой сюиты Node.js, которую в свое время мы взяли у Майка Пола, у создателя языка. Мы проследовали. Оказался такой классический сценарий. Да? Мы добавляли что-то новое, какую-то новую фичу. В процессе сломали старое. И самое неприятное, да, что тесты при этом ходят. Там Jenkins зеленый, да, все нормально. А как же так? Что случилось? Давайте еще раз посмотрим на этот тест. Вот у нас есть два цикла. После каждого цикла assert, который assertит какой-то результат по результатам, по итогам работы цикла. Есть в каждом цикле какое-то тело, да, из того, что оно выполняется в цикле, мы делаем предположение, что этот код будет JIT-компилирован, как исполняющийся довольно часто. И вот то, что должно произойти, оно вот там вот в комментарии какие-то магические слова, понятные только разработчику JIT-компилятора, написано, да, что вот что-то должно произойти, да, а ассертим мы только результат. И это все вместе не очень хорошо работает. Почему? Потому что за работой JIT-компилятора по обработке вот каждого тела цикла на самом деле стоит, ну, некоторая тоже сложная система, да, самое такое высокоуровневое представление можно вот такой вот машиной состояния, диаграммой состояния описать. И в данном случае даже важно не то, что там написано, да, важно то, что каждая веточка на вот в этой машине состояния может сломаться. А явного теста на то, что сломалось оно или нет, вот этот исходный лоу-код не предоставляет. Более того, даже если что-то пойдет не так, JIT-компилятор написан и работает, как и должен работать, крайне консервативно, да, и при малейшем подозрении, что, ну, что-то исполняется, что-то идет не так, как надо, он говорит: отлично, я там, например, прекращаю работу, дальше работает виртуальная машина, я не буду пытаться JIT-компилировать этот код. То есть результат в итоге вы получите правильный, семантика языка окажется, естественно, соблюденной, платформа отработает как надо, но гарантий, что именно JIT-компилятор, вот, under the hood, внутри отработал правильно, нет вообще никаких. Соответственно, тестируем конечный результат, а способ, которым он получился, никак не можем проверить при таком подходе. Что можно позаимствовать, на что можно посмотреть в утилитах, которые есть и в Logit, и в нашей реализации? Есть такая штука, которая позволяет вам в процессе работы компилятора выводить кучу всякой отладочной информации. Что он в этот момент делает? Предоставляет довольно подробную информацию о разных этапах работы компилятора. Собственно говоря, на прошлом Хайлоуде я рассказывал, как эту информацию мы использовали для анализа производительности, да, и ботлнеков в работе JIT-компилятора. Эту же самую информацию можно использовать в тестах. Соответственно, похоже ли это на паттерн тестирования по логам? Да, это похоже на паттерн тестирования по логам. Собственно, мы берем, запускаем наш файлик, а дальше проверяем, есть ли у нас, вот в том, что то, что выведено, да, есть ли у нас или отсутствует ли какая-то информация, которая является признаком того, не просто того, что лоу-код корректно отработал, да, но и то, что JIT-компилятор, который этот лоу-код обрабатывал в процессе исполнения, тоже сделал свою работу правильно. Это довольно простая идея на самом деле. К большому сожалению, как бы вот в тех, например, вот в тестовых, но при этом в тестовой сюите Logit, да, ее нет. Есть просто вот этот лоу-код. А решает она при всей своей простоте очень много головной боли снимает. Ну, во-первых, мы можем наш тестовый случай изолировать сколь угодно хорошо. У нас есть куча данных за бесплатно, да, без какого-то желания подлезть куда-то каким-то кодом в нашу платформу. Да, вот компилятор нам сам по какому-то хорошо определенному интерфейсу отдает информацию о собственном состоянии. Это совершенно никак не… Ну, то есть это аффектит производительность, да, но это же тесты, в конце концов. Для теста эта производительность вообще никак не… На производительность теста никак не сказывается. И вот таким
по такому паттерну можно решать очень много, тестировать очень много случаев, решать очень много разных задач, собственно, что мы и делаем. Вот до этого я описывал то, что у нас есть, скажем так, в кодовой базе, то, что можно автоматизировать, да, то, что тестируется в CI и в Jenkins, и позволяет нам, собственно говоря, ну, с помощью чего мы пишем тесты на новые фичи, ловим ошибки какие-то, используем для регрессионного тестирования. Что есть еще? Собственно говоря, с тем сервером приложений, в которые мы встраиваемся, у нас есть интеграционные тесты, которые позволяют нам убедиться, что все хорошо работает. Есть возможность выкатиться на стенд и посмотреть стабильность на каком-то более-менее реальном трафике в такой в среде, да, которая благоприятна к разработчику. Да, покатились, включили трафик, убедились, что не падает, посмотрели метрики, все хорошо. Наконец, у каждого проекта есть такая особая зона стейджинг сервера. Да? Это еще не продакшн, но трафик уже реальный. И вот если нас интересует какое-то глубокое тестирование, например, АБ-тестирование, перформанс-тестирование или стабилити-тестирование важных фич, да, всегда можно прийти туда и, собственно говоря, затестировать так, как это нужно, но это все выполняется руками, да, не автоматически. И чего еще в этом всем не хватает, чего нам бы еще хотелось? Вот смотрите, как я уже сказал, у нас есть сервер приложений, в который встроена виртуальная машина луашная с JIT-компилятором, который исполняет бизнес-логику проектов. Да? На бизнес-логику есть отдельные тесты. То есть вот зона ответственности проектных команд — это писать тесты на свою бизнес-логику. Да? Так вот, идея напрашивается взять весь код со всеми проектными тестами, запихать в какой-то Jenkins, да, и гонять, допустим, на последнем нестабильном мастере нашей реализации, да, убедиться, что все работает хорошо. Это требует некоторой такой инфраструктурной подготовки, да, и мы находимся вот сейчас, вот, готовимся вот решать эту задачу. А кроме того, еще паттерн, который напрашивается, да, в интернете же очень много луа-кода. Есть куча хороших проектов, у которых есть нормальные тестовые сюиты, да, и поэтому почему бы не заглянуть и посмотреть на то, как, например, создатели компиляторов там, C или C++ делают, да, берут кучу дикого кода и говорят, вот компилируй, да, и получаем такой вот фазинг тестирования компиляторов. И вот по аналогии с этим взять какой-то код с каких-то сторонних проектов, где-то в стороне развернуть и тестировать, убеждаться, что все оно собирается и тестируется. В этой связи наконец-то радует, что LuaRox 3 в третьей версии, да, единственный более-менее живой пакетный менеджер для Lua, он наконец-то научился запускать тестовые сюиты. Теперь осталось, чтобы авторы модулей, которые публикуются через LuaRox, могли, эту возможность тоже у себя включили. Да, сделаем баунти программу, но это вот тоже такой. Да, да. И вот все сделали, все протестировали, да, вот такой конвейер развернули, да, и автоматически, и руками. А бывает так, что оно все равно падает, да, как бы каждый раз по-разному, но бывает, что вот происходит какой-то крэш на какой-то машине в каком-то несчастном проекте, что-то падает, и дальше что-то с этим надо делать. В этот момент, да, когда вы уже все зарелизили, а вам приходит кордам, да, очевидно, вам нужен процесс расследования инцидентов, и в первую очередь, да, нужно осознать, почему это важно. Расскажу сейчас буквально о двух случаях ошибок, да, с которыми нам пришлось бороться. Вот когда-то мы заметили такую интересную ошибку. Когда garbage collector обходит Lua stack, иногда получалось так, что он смотрел на какую-то переменную, да, и смотрел на какой-то слот на этом стеке и интерпретировал его содержимое неверно. И это приводило к падениям. То есть вот у нас есть одна функция, функция foo в самом низу. Она вызывает функцию bar. Это две Lua-функции, которые разложены вот на Lua-стеке. У функции bar есть аргумент y, у нее есть две локальных переменных, да, там они каких-то типов, строчки, числа. И вот всю вот эту вот структуру, стек, да, который в центре на картинке изображен, garbage collector нужно обойти, чтобы убедиться, что вот то, что лежит на стеке, его коллектить не надо. Оно достижимо и должно остаться в памяти.
И гарбач-коллектор обходит, да, и вот на стеке, да, можно понять, лежат, во-первых, локальные переменные аргументы, и в то же время на этом же самом стеке лежат специальные кусочки метаданных, которые, например, позволяют вам определить, что вот эта лоа-функция была вызвана какой-то другой лоа-функцией. И эти, как бы на самом низком уровне реализации, там все битики подобраны таким образом, да, что... Garbage Collector на них ориентируется и понимает, что вот тут у меня переменная, а вот тут метаданные, и я их как-то вот по-разному обрабатываю. И все было бы хорошо, пока мы... А мы, собственно говоря, первым этапом, что мы сделали в нашей реализации, мы поддержали полностью 64-битные указатели. И вот мы работали с 64-битными указателями, и в какой-то момент нам... начали приходить, у нас так все в памяти раскладывалось, да, что хвосты, нижние 32 бита каких-то поинтеров, да, они, их можно было просто перепутать с информацией, которая значила что-то совершенно другое. И вот в этот момент в garbage collector все взрывалось, все падало. Падало очень нечасто, падало 1-2 раза в месяц на всей компании, то есть вот по всем продакшн серверам, по всем проектам. И должно было какое-то произойти, очевидно, после того, как мы разобрались и поняли, да, что должно было произойти какое-то сочетание, звезды должны были сложиться как-то очень там, неудачно, чтобы вот так оно упало. С другой стороны, у нас был другой баг. Вот опять виртуальная машина, опять сборщик мусора в какой-то момент запускается. Причем сборщик мусора, да, он решает, как-то вот так получалось, что сборщик мусора решает вызвать деструктор юзердаты. Да? Совсем вкратце, юзердата — это некий тип данных, который позволяет вам предоставлять интерфейс в Lua для работы с объектами, которые определены где-то вот в нативной среде, в C или в C++, и, соответственно, этот объект может аллоцировать какие-то ресурсы неизвестные Lua. Вот для того, чтобы эти ресурсы освободить, предусмотрен такой механизм, как финализатор, метамет GC. И этот метамет запускается как обычная Lua-функция, а запускается на Lua-стеке. Ну, необходимо убедиться, что стеку хватает места, да, чтобы принять эту функцию. Но в коде была ошибка. Где-то для каких-то других целей кэшировался указатель на старый стек, и получалось вот так. То есть у нас было две переменных, нам нужно было их конкатенировать. В этот момент платформа так написана, что в этот момент может сработать garbage collector. Он говорит конкатенации «подожди». Значит, мне нужно тут какой-то деструктор вызвать. Вызывает деструктор. Реаллоцирует стек, потому что нужно же ему место больше, да, и вот этот вот указатель MaxStack куда-то отодвигает. А наш несчастный указатель PTR, он вот так и остается, да, и когда garbage collector говорит, все, я, значит, поработал, дальше можно продолжать исполнять нормально программу, вот этот указатель остается, и опять все разваливается. И это было гораздо более критично, да, это было на каждом зафекченном проекте порядка 10-20 падений в сутки, причем нам так везло, что это происходило при обработке рантайм ошибок, и это уже очень походило на такой невольный DDoS нашей системы, да, то есть вот есть два партнера, они торгуются по какому-то протоколу между собой, вдруг происходит какая-то ошибка торговли, и вместо того, чтобы, не знаю, там, кидать кучу 500-х ошибок, да, и скалировать это как одним путем, да, у нас платформа просто рух, и вот кусочек кластера уходил, таким образом падал с крэшем. Два примера, две ошибки, и там кордамп, и сям кордамп, да, но совершенно, как бы, очевидно, пока не будет произведено тщательное расследование причин, да, непонятно, где, ну, как бы, терпимо, да, и можно фиксить не спеша, а где караул, и нужно срочно выпускать хотфикс. Поэтому для каждого инцидента, да, абсолютно для каждого падения, нужно уметь отвечать на вопросы, что случилось, каковы симптомы, какова, собственно говоря, истинная причина, потому что истинная причина, она может быть от конечного симптома очень сильно отдалена. Как все починить и, собственно говоря, как это протестировать. Вот для того, чтобы ответить на вопрос, что случилось, у нас в компании давно, испокон веков, используется робот, который обходит все продакшн-сервера, находит все core-dump-файлы, рассылает письма со стек-трейсами с заинтересованным разработчиком, и с недавнего времени он передает core-файлы в единое хранилище. Опять же, довольно простой такой бот, да, который решает кучу проблем. Во-первых, он не дает пропустить проблему, потому что письмо придет, оно попадет в нужный фильтр, разработчики заметят. Проблема не будет потеряна.
потому что кордан будет сложен в какое-то хранилище, да, а не останется на продакшн-боксе, а это виртуальная машина, а она может быть, в свою очередь, например, там, за выходные нашим облачным провайдером там сколлекчено, терминировано, что-то с ней может произойти. Да? Вот такие вот стэк-трейсы, они позволяют собрать базу знаний, что очень важно для того, чтобы оценить риски от нашей ошибки и провести какой-то первичный анализ, да, чтобы понять, ну да, там видели ошибку, да, видели там ошибку 3 раза за месяц, да, да, расследуем, но как бы с каким-то спокойным приоритетом, да. И, кроме того, позволяет решать проблему оперативно, потому что мы вот сидим в своем отделе, занимаемся разработкой нашей реализации, а падает-то в проектах, соответственно, нужно сходить в проект, в другую команду, попросить какие-то доступы на SSH, в общем, куча какой-то бюрократической боли, да, которая мешает нам начать расследовать ошибки быстро. Получили core dump, мы начинаем выяснять симптомы. А для того, чтобы нужно ответить здесь на два вопроса. Да, что произошло в нативном коде, пока мы не можем придумать ничего лучше GDB, да, и что произошло в Lua-коде. А вот здесь, это на самом деле тоже очень важный вопрос, да, для понимания нужно понять, когда упала как бы, платформа-то, собственно говоря, гостевой код, что делал. Вот здесь нам долгое время помогал инструмент под названием OpenRest GDB Utils. Это набор плагинов GDB, созданный авторами веб-фреймворка OpenRest, который предназначен для постмортем-анализа, то есть когда у вас есть просто корка, да, мертвый слепок памяти, когда вы не можете запустить какой-то процесс. И, собственно говоря, что делает этот плагин? Весь приватный IP, он весь приватный IP изначально там Lua-JIT-а, да, был повторен с помощью питоновского API GDB, что позволяет вам посмотреть дамп переменных, позволяет получить наглядные данные о состоянии, внутреннем состоянии вашей системы. И только один минус есть у этого плагина, да, он, поскольку он реимплементирует весь внутренний API платформы, это очень сильно зависит от реализации. Соответственно, долгое время, пока наш форк не очень сильно отходил от Lua-JIT-а, там мы могли пользоваться, в какой-то момент разошлось, пришлось написать свое, но это очень сильно как бы компенсирует, ну, усилия по написанию своего оправдываются, потому что без OpenRest, да, отладка выглядит совершенно ужасно. Вы берете, кастуете сырые указатели, разуменовываете что-то там, пытаетесь найти какие-то адреса, вычитать, не очень удобно. А если у вас есть какой-то аналог, такой вот плагинчик, да, вы можете придумать себе какие-то команды, да, которые вам в такой приятной форме позволят отлаживать вашу корку и выяснять, что же произошло у вас в вашей системе перед падением. И, собственно говоря, как только вы все поймете, потратив на это какое-то время, встанет вопрос, как протестировать. Тут интересно в качестве примера привести цитату из списка рассылки Lua-JIT-а от создателя Lua-JIT-а Майка Пола, который когда-то закоммитил некий багфикс и написал, что вот баг есть, я себя в этом убедил, баг точно-точно-точно есть, но мне кажется, не получается его протестировать, ни фазер не справляется, ни как бы тест не могу скрафтить, ничего не получается. А совершенно как бы признавая то, что такие ситуации тоже могут быть, могу сказать, что мы пока в своей практике не сталкивались с такими случаями, да, и даже для самых хитрых багов, даже для багов, которым я рассказал, например, когда у нас там по плохому адресу аллоцируется память, и потом что-то в garbage collector разъезжается, да, даже для них мы стараемся писать тесты. В данном случае, ну, был написан тест, в котором где-то 200-220 строчек кода на C и 80 строчек кода на Lua. Вот. Что вполне, на мой взгляд, приемлемо и поддерживаемо. На этом, наверное, я буду переходить к выводам. Да? Понятно, что работа над стабильностью — это там, комплексная задача. Начинаем с приоритетов, да, решаем, что вот наивысший приоритет у стабильности, перформанс, безусловно, важно, но идет потом. Сначала корректность и стабильность. Совершенно не стесняйтесь комбинировать тестирование различных типов, да, вот хоть что-нибудь да взлетит, и когда у вас сложная система, да, вот сюда юнит-тестирование подсунули, сюда функциональное, здесь накидали какого-то что-то подобное на фазинг, да, там, интеграционными тестами покрыли. Это все так или иначе, это гораздо более дешево в поддержке, да, чем потом ковырять какие-то падения в продакшене частые. Даже для нетривиальных случаев, как показывает практика, можно написать тесты, их, соответственно, нужно писать.
инциденты нужно обязательно расследовать, чтобы не оказаться в такой ситуации, да, что сначала мы машем рукой, а потом у нас начинают проекты падать одним за одним. Ну и, соответственно, тоже для этого нужно, чтобы было приятно и комфортно расследовать эти мрачные кордампы, да, нужно развивать инфраструктуру, писать утилиты, заимствовать другие утилиты. А на этом у меня совсем все. Спасибо большое. И ссылки на то, о чем я говорил, и предыдущие доклады по теме нашей реализации. Спасибо большое. Да, можно. Микрофон. Антон, не забывай про приз лучшему вопросу. Да. Антон, вот на самом деле интересует вот очень такой интересный вопрос, связанный с как вы вообще собираете JIT. То есть я его сформулирую из четырех компонентов, этот вопрос. То есть вопрос номер один. У вас есть синтаксис, у вас есть семантика языка, вы это чем-то определяли. Расскажите, пожалуйста, как вы это делали, соответственно, какими инструментами. Это первое, то есть там Bizon или Yak, то есть вы все равно чем-то это определяли. Второе, вы же собирали JIT-машину как-то, правильно? То есть вы ее собирали чем? Зависит ли вообще компилятор, которым вы его собираете, на качество непосредственно самого JIT-а. И четвертый компонент, да, то есть вот в принципе, вот я не услышал один из механизмов тестирования вот таких вот внутренних языков, которые используют, неважно, Lua это или что-то другое, там, JavaScript какой-нибудь, да, но один из хороших механизмов это вот пробовать тестировать, собирать это разными компиляторами, например, там, с Elang, там, с LLVM, проверять этот LLVM там, на JCC, на интеловском компилере, на разных процессорах, в принципе, немножко отличающих, и сравнивать результат. Вот, расскажите вот про эту историю, пожалуйста. Так, смотрите, давайте начну с конца. Да, мы одним из этапов тестирования, у нас есть сборка разными компиляторами, и мы собираемся к лангам, и мы собираемся GCC, и мы собираемся в разных комбинациях релиз-сборка, дебаг-сборка. То есть там есть некоторая матрица, да, там тип компилятора, тип сборки, тип линковки конечной библиотечки, которая все это дело реализует. Вот. И после того, как мы все собрали, вот те тестовые сюиты, которые у нас упакованы в нашей кодовой базе, да, они как раз прогоняются. У нас CI решает эту проблему, собственно говоря. Да, мы в параллель запускаем вот нет такое тестирование в разных конфигурациях, то есть да. И тут же прикручен еще к LangTide, вот, который смотрит, собственно говоря, код. То есть есть сборка разными компиляторами, и статический анализ, и даже где-то сбоку там есть проверка автоматическая там, на стиль кодирования, да, то есть это есть. А никакого бизона и флекса нету, потому что, скажем так, вот весь фронтенд, он является частью платформы, тоже написан на C, как бы свой фронтенд, который, вот, собственно говоря, есть в кодовой базе. Да? Там мы в данном случае эту реализацию унаследовали от LuaJIT, а LuaJIT, если не ошибаюсь, от Lua 5.1. Вот, то есть там вот этого нет. И, кажется, я какой-то вопрос пропустил. Зависит вообще качество вообще в итоге компилятора или транслятора. И если вы ее задаете ручками, вы где-то можете что-то потерять, потому что у вас отсутствует механизм дополнительного тестирования на семантику и синтаксис. Потому что если вы вот опять же что-то унаследовали, то может проблема, которая у вас возникает в какой-то конструкции, которая очень редко используется, она и заключается в том, что вы унаследовали семантику. Может, стоит попробовать и переопределить самостоятельно всю семантику? Да. Ну, то есть, да. Если речь о том, что у нас нет именно такого честного language compliance тестирования, да, его нет. Его как бы нет в принципе ни для одной реализации Lua. И да, все пользуются как бы максимально, чем могут пользоваться, да, это внешними тестовыми сюитами, другими реализациями тестироваться через реализации.
Да, это по-прежнему проблема. Да, мы над этим думаем. В микрофон, пожалуйста. У нас запись. Оттуда все проблемы идут, то есть вы фактически руками фиксите отдельные вот баги, которые у вас появляются. Это, в принципе, являются все баги проблемами именно вот из того, что вы не можете оттестировать саму семантику, скорее Нет, всего. Нет, вот с этим я скорее не соглашусь, потому что багов а бывает... А вы доказать не можете. Так и вы доказать не можете. Скажем так, в смысле вот доказательства корректности компиляторов формально не можем. Мы можем сказать, но зато мы можем сказать, у нас есть реализация LO5.1, на нее есть тестовая сюита. В соответствии с тем, как написан Language Reference Manual, мы считаем, что вот в некотором смысле эта тестовая сюита является Language Compliance тестом, мы его проходим. То есть мы в данном случае, мы работаем так же, как работает референсная реализация. Вот это мы можем доказать. Не, ну тогда у вас должна как бы доказательная база строиться на основе какой-то статистики. Вы должны на основе анализа большого количества различного кода строить, будем говорить так, частоту использования тех или иных конструкций. И в качестве тестирования вы должны брать самые редкие конструкции и их прогонять с различными, то есть такой элемент фазинга редко используемых конструкций. Тогда вы, в принципе... вероятность того, что вы найдете баг, она повышается. Мне кажется, вы этого не делаете. Да, конечно, это хорошая идея. Нет, именно этого мы не делаем. И да, мы смотрим, вот в частности, такой тест, такой вот, как вы сказали, базы кода, да, мы хотим, чтобы стали наши проекты, да, которые работают в продакшене, будем гонять тесты на них, и да, вот в том числе решим эти проблемы, о которых вы говорите. Да. У меня сначала такой смешной вопрос, но все-таки. А по VS-студию не пробовали еще использовать? Шестую. Ну, окей. Ну, это не знаю про что это. Не-не-не. Ну, по VS-студию пробовали, не пробовали? Это первый вопрос. И второй вопрос, который про JIT-компиляцию. А я правильно понимаю, что это рантаймовая JIT-компиляция? А не когда происходит перед запуском многоуровневый проход и сборка финального кодовой, ну, максимально близко. Ну, то есть, как бы есть два джита. Есть джит, который рантаймовый, насколько я понимаю. И есть второй тип, когда происходит аннотация, долгий запуск, но быстрая работа, когда, скажем, половина языка не нужна, потому что приложение не использует его. Итак, PVS, да, пробовали использовать буквально на прошлой неделе или две недели назад. Мне нужно еще внимательно посмотреть на тот отчет, который он нагенерил. На первый взгляд он не показал чего-то более серьезного, чем показывает ClangTidy. Но это не точно, потому что, как сказал, только начали. Второй вопрос. Да, JIT-компиляция у нас рантаймовая. То есть это не какой-то там проход. Вот мы исполняем код. Виртуальная машина, интерпретатор исполняет байткод за байткодом. В какой-то момент он находит горячий код, вот, который исполняется достаточно часто, и, начиная с этого, строит, обходит эти вот горячие пути на графе потока управления и прямо вот в динамике генерит JIT-код. А еще один вопрос. Я правильно понимаю, коли это форкались от ло от JIT-а, то вот именно их механики используются. Просто неожиданные там... Компания буквально на полштыка в землю выяснила, что если очень хитро применять LVM, можно, он умеет с JIT-ом работать. Да, мы форкнулись от LoJIT-а, и реализация сейчас JIT-компилятора во многом повторяет LoJIT. Ага, то есть не смотрели в другие стороны, типа попробовать еще какие-то бэкэнды, окей? Мы, скажем так, ну, такие идеи, естественно, уже были. Вот. Пока мы подробно не смотрели в эту сторону, потому что на самом деле долгое время занимались именно такой, решали какие-то задачи в платформенной части. Вот, и только недавно перекинулись подробно на JIT-компилятор. Понял. Если спасибо. Я правильно помню, на позапрошлом FOSDEM-е был доклад от ребят, которые как раз на LLVM-е луашечку делают. У них не очень быстро. Тогда было. Ну, просто интересно сравнить. Еще вопросы? Так,
Антон, вопрос такой, достаточно общий. А что именно сподвигло делать форк от JITA? И чем в настоящий момент он отличается от оригинала? То есть какие функции добавлены? И, ну, в общем, понятно. Сразу скажу, что вот прям подробная информация вот на этих ссылочках есть, можно посмотреть, будет потом доклады. А сейчас вкратце объясню. Значит, во-первых, у нас основная проблема была в том, что Logit, вообще Logit 2.0, да, мы долгое время работали с Logit 2.0, он прям очень сурово 32-битный, там прямо вот в реализации зашиты 32-битные указатели, и это стало для... А если вы запускаете 32-битное приложение в 64 битах, то вам, сюрприз, доступны не 4 гигабайта виртуального адресного пространства, а 1 или 2, в зависимости от операционной системы, версии операционной системы. Вот. И в первую очередь это стало проблемой, потому что когда вот наш сервер приложений с бизнес-логикой работает, помимо всего прочего, мы действительно вгружаем туда данные, которые... объем которых начал доходить у клиентов до там, гигабайта, да, что это за данные, это там некий такой инвентарная книга той рекламы, которую мы показываем, и, там, или хотим продать, или хотим купить. Да. Эти данные росли и росли, их стало столь много, что значит, не влезало. И, соответственно, вот появилось... попробовали порешать какими-то другими способами, стало сильно медленнее. А нам сильно медленнее — это очень плохо, потому что, собственно говоря, косты хардварные, да, начинают расти неимоверно. Вот. Чем сейчас отличается этот форк? Значит, во-первых, мы... первым делом мы все дело сократили до Linux x64, да, поскольку другие аппаратные архитектуры нам не интересны, мы не можем их поддерживать и развивать адекватно. Мы решили проблему с... памяти, у нас честные 64-битные указатели. Мы туда добавили всякие работу, возможность там шарить данные между потоками и какие-то, скажем так, дополнительные фичи, да, то есть что-то мы в компиляторе подтвикали. То есть это некоторое улучшение функциональности, добавление новых фич плюс честная работа в 64-битном адресном пространстве. Да, добавили такую вещь, как силинг. Это возможность garbage collector, в принципе, в Lua, он этот mark and sweep, да, инкрементальный. Мы добавили возможность какие-то редко меняющиеся данные выносить в какую-то особую область памяти, например, куда garbage collector не доходит. То есть такой некий элемент генерационности такой вот. ИДМ, да, идея Иден вот этого, да-да-да, вот. Еще вопрос? Если у кого-то еще есть какие-то там вопросы, которые можно обсудить в кулуарах, можно обсудить со мной всегда на стенде, где удобно. Спасибо. На стенде тебя нет. Я буду. Спасибо, Антон. Сделай кому-нибудь приятно. Книжка, о, кстати, отличная книжка Насим Талеб «Одураченные случайностью». Кому-то сейчас повезет. Книжка «Одураченные случайностью», наверное, должна идти про вопрос про фазинг-тестирование, мне кажется, нет? Спасибо.